Не таким уже мощным оказался ураган Патрисия. Он достиг запада Мексики и резко ослаб. По словам метеорологов, ему уже присвоена умеренная категория. Несмотря на это, специалисты опасаются, что ураган еще может привести к разрушениям. Президент Мексики заявил в телеобращении, что ущерб от сильного ветра оказался меньше, чем ожидали. Однако стихия все еще представляет опасность. В трех штатах, которые расположены на пути Патрисия, было объявлено чрезвычайное положение. Идет эвакуация населения.